Также в День независимости аким Павлодарской области Абылкаир Скаков вручил ключи от новых квартир в Иртышском районе. Три 24-квартирных дома, это 72 квартиры, получили медработники, педагоги, полицейские и другие. Глава региона Абылкаир Скаков поздравил сельчан с двойным праздником, новосельем и Днем независимости и отметил, что благодаря сдаче трех двухэтажек в селе Иртышск удалось сократить жилищную очередь по району на 30%. Сегодня очень символично, что подрядчики и акимат района смогли к Дню независимости поднять настроение жителям района и сдать в установленный срок строительство новых домов. Я искренне поздравляю вас с новосельем, хочу пожелать вам крепкого здоровья и в дальнейшем работать на благо нашей страны. Мереке кутты болсын! Ключи от квартир в новых двухэтажках получили и многодетные семьи. В их числе Жоламан и Салтанат Уртенбаевы, которые воспитывают троих сыновей и трех дочерей. Супруги до сих пор не могут поверить, что наконец обрели собственный угол в благополучном доме. До новоселья семья жила в арендованных частных домах. Не надо переживать, что дома холодно, например, на работе целый день. Температура постоянно, температура может поменяться. Постоянно, например, для детей это тоже удобно. Чувствую, да. И вот даже куда-нибудь в гости уезжаешь, не переживаешь, что печку топить надо. Это да. Еще вот уголь, дрова. Комплекс из трех 24-квартирных домов в селе Иртышск построен по программе «Дорожная карта занятости». Арендные квартиры в двухэтажках жители районного центра получили с правом последующего выкупа. Ринат Абдулкаюмов, Вероника Вишневская, Ертес Ахпарат.